Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Ежедневные награды за Лигу Сёгунов 3 звезды забираем и смотрим, куда меня сбросили. А меня ведь сбросили. Я больше чем уверен, даже, наверное, в Лигу Самураев. А ну-ка. Ну, как пить дать, ребят? Можно даже, не знаю, можно с закрытыми глазами со 100% уверенностью сказать, что тебя сбросил. Кстати, мутаген здесь есть у нас, что очень даже приятно. Так, а мы тут с тобой что? А почему я только до второго эпизода дошел? А, мы же... Понял я, нам не хватало для прокачки Маузера 20 жетонов, поэтому я решил дальше не идти. Все-все-все, я вспомнил, ребят. Так, ну что, давай открывать колоду тогда. Давай откроем, глянем, что нам тут выпадет. Так, 6 бакинских. 6 бакинских. Так, забрали. Серию испытаний, конечно же, сразу будем проходить. Армагон, Бакстер, Лео. Так, кто-то меня спрашивал, кто лучше, Бакстер или Нейтрализатор. Я тебе сразу скажу, что Бакстер лучше, потому что у него есть две массовые атаки, а у Нейтрализатора всего лишь одна. Так, ну что, давай пробивным, наверное. Ну, Ванька не выживет, скорее всего, да, выживет. Ракеты. Ну, ракеты добьют. Двух, по крайней мере, добьют. Этот еще выживает. Все, мы его раздавили. Бежим тут, скачем через всех. Ну что, у нас Ксивермонтес плюс Крис Брэдфорд. Ну, да можно, в принципе, валуном, а можно и укусить их. Тут, в принципе, не имеет значения. Все, прошли. Так, ну, двигаемся тогда далее. Забираем здесь награды. Сразитесь. Понятно, сразиться. Так, будем, наверное, прокачивать Микеланджело. Там ему осталось шижды, не шиша, кстати. Три катушки с пленкой найдем. Одна есть, вторая. И тогда третью давай уже. Есть контакт. Три нашли, и нужно 10 вот этих вот номеров. 10 штук. Караечка сыпет нам. Очень хорошо. Так, о-о-о-о, тихо. Три мы уже нашли. Уже 5. Слушай, так может быть сейчас и прокачаем до 4 ступени. Как думаешь? Я думаю, что прокачаем. Вот только что-то пока не выпадает нам больше номера. Так, это 7-й, по-моему, если не ошибаюсь. 8-й. А 9-й и последний. Да нет, не мутаген. Да и какие карты японских? Ты серьезно? Мне не хватило, ребят, по-моему. Так, где? Да, мне не хватило всего лишь одной. Одной карточки вот этой вот. Как-то не солидно. Так, а нам мутаген нужен куда-нибудь? В принципе, он нам всегда нужен. Нам нужно зэка, в конце концов. Блин, прокачать 31 тысяча нужно мутагена. Но у нас есть с собой арена, об этом тоже не стоит забывать. И, возможно, мы здесь получим нормально так вкусняшек. Ну что, 49 уровень у наших противников. Я беру 55-х. Я прекрасно понимаю, что силы у нас здесь будут неравные. Противник будет у нас сильнее. Но мы тогда сделаем дебаф. А дебаф, ребята, чтобы понизить им защиту. Плюс запретим хиляться. Хотя у них хила вроде бы тут нет. Да, у них хила нету. Плюс попробуем заблокировать им способности. Ну и тогда еще и атаку понизим. Ой, ребят, ну это, конечно, получилось вообще имбово. Мы просто вытащили по инициативе. Так фигли, у нас там два Микеланджело, один Рафаэль. Ясен перед с нами тут бороться бесполезно было. Так, нет уж, давай 15-19. Так, майки 52 уровня. Ну давай на всякий случай я возьму здесь Криса Брэдфорда, чтобы он сразу ему по шиям надавал, и он припух, притих, как говорится. Просто пробивным. Я надеюсь, Кристо сможет разрулить. Ну, проверим. Отлично, ну, в принципе, все.
Дальше можно не паниковать. Убрали самого для меня главного, ребят, злодея. Фига себе, Майки аж два раза, ребята, успел сходить. Два раза. То есть вначале кастануть атаку и потом еще сюрики бросить. Ты прикинь, какая у него инициатива. А если его на сотку прокачать, что он будет вытворять? Это же боюсь представить. Так, тихо, тихо, тихо. Подожди, давай-ка мы, наверное, плюху бросим туда. Кия, кия. Ложись в баньки. Все. Тут тоже, ребята, хорошо получилось. Погнали дальше. Так, переходим мы с собой в сёгуны. Вернулись, так сказать, в родные пенаты. Ну, на самом деле, родные пенаты у нас это уже Лига мастеров. Лига сёгунов это так, проходняк. Враг уже 53 уровня. Но тут, конечно, уже ясен перец, нужно кого-то брать, ребят, посерьезнее. К нам в помощь. И это будет, например, Вано. Вано, как оно? Нормалек. Ну так пошел тогда. Давай с базуки. Все, короткий был разговор, да? Чувак просто достал базуку, на. И все баньки легли. Так, переходим на 71 ранг, 71 место. Слушай, по-моему, уже я заслужил, наверное, 15-20, я думаю, нет? Ну, это я так думаю, они думают совсем по-другому, ребят. Они дают мне 15-19, и ничего ты с этим не сделаешь. Не. Ладно, фиг с ним. Давай возьмем. Давай возьмем эту команду. И сюда я возьму, наверное, зэка. Раз, два, три, четыре. Блин, у них есть хил. У меня хила нету. Подожди, Крулик... Нет, Роксиди у нас не хил. У нас хил Кирби. Это у нас Бибоп. Пасхальный Бибоп, он, да, он у нас хиляет, а этот нет. Ну что, для начала, конечно же, бомбочка. Ох, нифига себе. Просто двоих снесло, ребят. Как будто их здесь и не было. Ну и, соответственно, маузеры тоже хорошо поработали. Блин, как же мне хочется, ребят, побыстрее их прокачать уже на платиновый. Ой, на платиновый. Ну, на платиновый тоже хотелось бы, но вначале на золотой. На 5-звездочный золотой ранг. А там уже дело за малым. Давай вот эту вот команду возьмем. Я, наверное, возьму здесь Донни. Да, в принципе, на Донателло, я думаю, и хватит. Уж 49-й-то уровень запинать должен, если что. А я, как всегда, так думаю об этом, да? А потом у меня не получается и... Ну вот, зачем я его взял? Ну, так всегда у меня. Давай проверим. Слушай, ну троих вырубили. Давай, 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 давай свой этот батаранг. Че? Проще парень реп. Ну, опять же, ребят, Донателло 100 уровень. Конечно, своими сюрикенами просто пробивает. Так, извините. Кашель, да, кашель, ребята, лютый. Не могу ночами спать. Серьезно говорю. Дохают до таких пор, что ж грудь болит. Так что не болейте, не болейте, ребята, никогда. Но я уже говорил, почему я просыл. У нас снег вовсю валит, а я вышел в осенней одежке, в легкой такой. Грудь нараспашку, грудь колесом, распаренный, как всегда, с душевой, ну, после работы. Ну, видимо, я поймал вирус. Так что вот так вот. Ну, я еще, ребят, как бы по уму надо было сразу садиться на больничный, да? Как только появились первые признаки. Ну, мы же обычно на ногах переболеем. Чего там? Нифига, видишь, не получилось переболеть на ногах. Так, ну что, друзья, давайте дальше двигаться. Берем Бакстера. И... Раз, два, три, четыре. Боксер и 56 уровень. Но я думаю, что он здесь-то меня не подведет. Он не должен, ребят, со своей смертельной волной. У него все должно получиться. Кого надо завалил, но эти охламоны еще остались. Чисто так, для добивки. Для добивки они были, мы их уничтожили. Так, ну вот и сёгун у нас 2 звезды. Цель какая? Цель у нас, наверное, Лига мастеров сегодня, да? Пускай даже 1 звезда.
Так, Усаги и вот эти вот ребята у нас пойдут. Да. Усаги здесь, я думаю, хватит. Ну, козырно. Все, что хотел, то и получил. Давай сороковую. Ага, сороковую. 59-я. 59-я позиция. О, 16-21. То, что нужно. Я возьму, наверное, Лео. Подожди, я возьму, наверное, Армагона и... А у нас тут бойцов-то осталось. Кукиш с маслом. Совсем маленько. Совсем маленько. Ну что, бомбанем, как говорится, как в последний раз. Армагон тут даже, ребята, можно не сомневаться. Шестидесятники, от него улетает только шорох. Так что тут стопроцентная была победа. Сороковое место, окей. Ну что, давай, наверное... Подожди, 15-20, а было же, по-моему, 16-21, да? Вот. Возьму здесь Крэнга. Ну, ты понимаешь, да? Мы берем с тобой до 60 уровня одного мощного, плюсуем к нему слабых, 4. И за счет этого, ребят, мы продвигаемся и зарабатываем, естественно, кубки и продвигаемся по арене. Тут вообще бесспорно. Крэнг по силе, я даже не знаю, ребята, с кем его сравнить. Он, наверное, по силе как Армагон. Мне так кажется. Но он будет сильнее, чем Супер Шреддер. Потому что у него чистая физуха идет, а у Супер Шреддера еще идет наложение постепенного урона. Так что, как по мне... Ну, не знаю, ребят, если бы вот у Супер Шреддера была бы мощная физуха и плюс в дополнение мощное вот это вот добивание, то Супер Шреддер был бы имбой. А у Армагона и у Крэнга у них нету вот этой вот добивки, типа постепенного урона или еще что-нибудь. Но у них чистая физуха. То есть, если он бьет, то он бьет очень мощно. А у Супер Шреддера он может не добить противника. И тут остается как бы полагаться на его пассивку наложения постепенного урона. А если он не положит постепенку, то все, тут уже, ребят, бой обретает совсем другой характер. То есть начинается все выходить из-под контроля. Вот, начинаются у тебя там проблемы, начинает разносить твоих слабых бойцов, которых ты взял, естественно, в кучу. Ну, как-то вот так вот. Здесь-то понятно, он с этим справится на изи. 58-й до 60-го уровня, ребят, еще раз вам повторяю. Любой супер прокачанный персонаж, даже 65-й, в принципе, рубашит на ура. На 70-м уровне уже все, ребят. Он один справляться не будет, поэтому всегда берем подкрепление. Ну, подкрепление, я имею в виду еще одного второго прокачанного персонажа. Вот так вот. Ну что, 16-21, ладно, что ж поделаешь. У нас, кстати, не очень хорошо идут дела-то тут, я тебе скажу. Я всех отыграл, а у меня остались еще 80-ники, а у него уже уровень там 60 какой-то, да? А, 50-й у него. Так, вот Рокзар у нас, как всегда. Давай, наверное, блин, Эйприл надо валить. Надо уничтожать Эйприл. Никакого хила от нее не будет теперь. И добиваем ракетами. Ну, в принципе, как бы я считаю, нормально здесь сыграли. И Рокзар, в принципе, не подвел. Но уровень у него 70-й, да? То есть спасло то, что он, ну, как сказать, по уровню просто был выше, чем наш противник. А так бы его размотали бы, поверь. Раз, два, три. Раз, два. Чё-то как-то... Давай-ка я, наверное, вместо... Возьму паукуса. Массовых атак просто в этом отряде мало. Вообще мало, ребят. Сейчас хоть более-менее нормально. Так, давай начали крик души. Опять же, у него здесь хил, как ты видишь, это морозильная кошка.
И нам бы надо постараться как-то ее уничтожить. Желательно быстро очень. Усаги, давай. Ой, Усаги, конечно же, этот Сплинтер. Есть. Да, вот хорошо, что мы все-таки взяли Паукуса. Без него могли бы, кстати, ну, проиграть-то вряд ли проиграли бы, но потерять кого-нибудь могли бы. Так что Усаги здесь очень даже хорошо сыграл. Да что ты будешь делать? Какую? Чего у меня в голове Усаги, ё-моё, сидит? Не Усаги там был. Как думаешь, сможем вырубить семидесятниками? Усаги и Джастин, да? Есть же разница. Давай Кунай начали. Блин, надо опять же тут уничтожать Карайку. Пипец, ребята, в голове Карайка сидит, я на нее смотрю. Эйприл, конечно же. Что-то я вообще уже заговорился по полной программе. Наверное, я не буду, ребята, брать провокацию здесь. Ну, оно того не стоит. Потому что его размотают иначе. Я вот думаю, что если мы сейчас Эйприл уничтожим, она захиляет же всех. И все мои... И все мои суперудары. Давай, 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 красивый король, ты должен их размотать. Есть. Есть. Ну, основную партию мы уничтожили, и это круто. Тут, кстати, можно было бы и массовой атакой бомбануть, да? Нейтрализатор бы их сразу бы двоих, в принципе, и положил бы. Ладно, ребята, сделаем скидку на то, что я болею. Концентрация такая, знаешь, как тебе сказать, ослабленная. Я и в здравом-то этом. В здравии-то иногда подтупливаю, а здесь вообще. Хе-хе. Раз, два, три, четыре. Пять. Блин, 61 уровень. Слушай, давай-ка мы, наверное. У нас откатов 15 штук, я позволю себе все-таки взять Армагона. Не оскуднеет, да, как говорится, рука дающего. Поэтому давай мы, наверное, вот так вот. Армагон. Сделай все четенько. Ахламон выжил, а? Это было временное явление. Все, ребята. Прекрасно. Ну что, пойдем? Пойдем, конечно. Ребята, ну что, Лига Мастеров, 100-е место. Но у нас еще есть порох в пороховницах. Там на один бой-то нас берем. Ладно. Сделаем. Только ради того, чтобы просто сделать отрыв небольшой. Ну, сам понимаешь, 100-е место ни туда и ни сюда. То есть это через буквально минут 20 нас скинут уже. Поэтому надо чуть-чуточку укрепиться. И опять выжил. Ты посмотри на него, а? Тогда Биба выжил, ну тогда классический. Сейчас этот выжил. Так, какой там, 80-е? 82-е, отлично, ребят. Так, ну что, с арены закончили. Сколько мы мутагена насобирали? 26 тысяч, это мало. Хотя, давай-ка попробуем. Давай-ка попробуем с тобой набить. Тут сколько у нас мутагена? Если не ошибаюсь, около... Блин, около чего? Около 2 или 4 тысяч? Не помню. Так, 4 на 300, да? Это получается... А, на 5. Ну смотри, тут 300... Плюс 600, это уже 1000, да? Ну, 900, 900 мутагена. Плюс... Подожди, 300, 600, 900, а сколько сейчас будет? 1200? А, подожди, сейчас будет 900. Да, 900, ребят. Сейчас будет 900, потом 1200 и в конце 1500, да? И все это прибавляем. В принципе, должно хватить нам на... прокачку зэка. Подожди, какого лешего? Там нам не хватало 10 тысяч мутагена, да? Вру. 27 тысяч, а нам нужно 31. То есть 5 тысяч мутагена нам не хватало. Что-то я вообще... Что-то, ребят, я чушь уже какой-то несу. 27 тысяч мутагена, нам нужно было 31. То есть 4 тысячи получается. Ну, 4000, по идее, мы должны здесь насобирать. 1500 и 1200, это уже 2700. И плюс там 900, 600 и 300. Да, должно хватить. Соображаю, что-то тяжело. Ну, ребята, серьезно, от кашля не только груда, говорит, и башка тоже. Кашель просто навздрыд.
Я даже сейчас записываю, когда я видосик. Мне так хочется прокашляться, но это будет жесть какая-то. Так, ну что, давай тогда сделаем следующий. Мы насобирали 31 300. Зэк. Хватает, ребят, хватает. Есть. Ну вот, наконец-то. Наконец-то зэк у меня прокачался на соточку. Слушай, а кого мы следующим-то хотели прокачивать? Слэша, по-моему, да? Ребят, напишите в комментариях, кого мы будем следующим прокачивать в платиновый ранг. Смотри, зэк сразу же на первое место. Сотое место получает. Он сотое место, сотый ранг. И он сразу становится лидером, по, видимо, по инициативе. Да нет, это просто его сюда поставили. Баксов Стокман же не настолько имеет инициативу, чтобы он третьим был. Нет, нет, это... это, наверное, вот из-за вот этого всего, да? То, что у них тут карточки есть. Армагоша. Да, ребята, мы с вами копим потихонечку вот эти вот. Что это? Не надо. Копим потихонечку и... скоро у нас будет прокачка. Так, давай, наверное, мы... где у нас там? В испытании сцены. Здесь 20 жетонов. Давай, короче, быстренько с тобой тут пробежимся. Сейчас мы тут всех найдем. И уже будут у нас по 20-ке идти. Так, остаются осколки и Рафаэль. Осколки и Рафаэль. Так, вот теперь чисто жетоны, ребят, пошли. Слушай, а как вариант, даже очень, ребята, удобно. Смотри, уже 240, 240, плюс еще одна заходка. Это уже будет 480, да? Это при отличном раскладе 480. И потом еще по два раза, и все, ребята, и 800 там с лишним у нас будет. Мы еще возьмем 3 ДНК. Поэтому, как бы, наверное, даже выгоднее. Потому что здесь мало находить, нужно все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть предметов. А здесь уже нужно находить 7 предметов. Дальше, соответственно, еще больше. То есть, как бы, выгодно на самом деле. Единственное, конечно, что откаты. Откаты нам, ребят, нужно покупать. Они тратятся со скоростью света. Ну что, друзья, на этом я сегодня буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.